Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем играть в Wargame Red Dragon. И сегодня нам нужно будет производить двойную атаку, точнее, в одном месте атаку, в одном месте мы будем перебрасывать наши войска на помощь нашим обороняющимся. Так, значит, здесь у нас артиллерийское соединение, мы переводим сюда. Значит, здесь по одной танковой дивизии японской, да, и там, и там. Вот, собственно говоря, в первую очередь давайте, наверное, тогда обратимся к Цуяме. Так. Так, нет, в первую очередь давайте, знаете, рассмотрим сражение вот здесь. Дадут нам корейцы бой или отступят? Очень нам бой. Нет, корейцы нас боятся. И они отступают. Значит, здесь давайте мы тогда проследуем за ними. Ага. А вот тут находится еще один корейский флот. Ну что ж, будем, так сказать, с ними разбираться уже по поводу поступления проблем. И, собственно говоря, теперь у нас сражение в Цуяме. Давайте начнем. Здесь у противника танковое соединение, в котором, как я понимаю, очень дофигища танков. Потому что, смотрите, оказывается, у них цена 10! 10 цена, понимаете как? И у этих 10, а вот у этих 35. Понятно, начинаем бой. То есть сейчас будет просто адский спам танков противника. Так, давайте рассмотрим поле боя. Ага. Вот смотрите, здесь они пойдут. Теперь, во-первых, нам надо взять командный пункт Борис и Федор, потому что они дают достаточно большой прирост очков, а нам очки нужны. Так, соответственно, и тут командная БТР будет у нас немножко в тылу. Теперь, откуда нам лучше подводить подкрепление? Ну, наверное, из Хиросимы, точнее, с дороги к Хиросиме. Потому что саму Хиросиму мы пока не взяли, я напоминаю. Вот, значит, теперь сделаем следующее. Склад поставим вообще вот здесь. Также нам нужно будет снабжение, наверное. Просто сейчас они просто попрут, их будет просто немеренные толпы, и нам нужно будет, конечно, всех снабжать. Так, и концентрируем здесь наши противотанковые силы. Все, что у нас есть. Вертолеты, значит, теперь пехота. Пехота с турфактория. Причем есть они на БТРах робот, который сами имеют ПТУА. Думаю, что это будет оптимальный вариант. Теперь, еще есть фактория, да? Нет, фактория на вот этих есть. Это чуть похуже, но тем не менее. Так, разведка нам обязательно нужна. Оптика превосходная, да? Поэтому мы, соответственно, берем вот этих ребят. Раз. И вот этих ребят сюда в уголок ставим два. Теперь. Это еще не все. С поддержки у нас есть ураганы. Ураганы стоит поставить как-нибудь так, чтобы они побыстрее развернулись. Вот, блин. Не, они походу только вот так, да? Жалко. Так, ну где их проще так поставить? Тут им разворачиваться надо меньше времени, поэтому давайте поставим их в этот сектор. Раз ураган, два урагана. Значит, им опять же нужно будет снабжение. Вот так. Так, что еще у нас здесь нужно? Так, факторию мы всю заюзали. Или не всю? Так, это РПГ. Здесь чисто поле, здесь особенно ничего не поможет нам. А есть еще. Можно, конечно, прикрыть вот это направление на всякий пожарный случай.
Давайте, наверное, так и сделаем. Только, наверное, прикроем мы его... Чем? Давайте, наверное... Ладно, факторию... Не, факторию поставим сюда еще. Еще пусть здесь будем стоять фактория. Так, а подводить мы будем при первой возможности танки. Ну что ж, начинаем бой. Так, всех выгружаем. А, теперь, значит, здесь огонь по вот этой области. Так. Ну давайте, быстрее стреляйте-то. Пошло, пошло, пошло дело. Вам взорвать танк, сэр. Слушаю, так, у этих хотели? Туров нет, поэтому мы их отводим сюда. Так, слушаю, этих тоже отводим сюда. Ой. Нужно проверить хвостовой вид. Блин, сколько этих чертовых танков. Так, подводим их, подводим хотя бы сюда наши танки. Близко подлетать нельзя. Это наше небо. Потому что они, у них есть зенитный пулемет, они просто нас числом задавят. Так, отходим и подзаряжаемся. Выдвигаемся к цели. Конец связи. Готовы дать залп, сэр. Ой, я даже не знаю, куда они вообще идут. Сюда, например. Все стволы! Огонь по готовности! Блин. Не, к сожалению, очень большой кулдаун. Перезарядка. Так, чего у нас еще? Пехота. Давайте морпехи с РПГшками. Сюда. Летят курсы. Все больше летят. Так, где тут концентрация этих уродов? Так, они что, хотят в сторону Хиросимы наступать? Стоп. Так. Какого черта? Блин. Они выбили наш командный БТР, это очень хреново, они все-таки пошли сюда. Да, к сожалению, залп ураганов мало что нам дал. Факторию отводим. Да ё-моё! Чёрт! Они ещё устроили засаду пехоты.
Так, ладно. Этих ребят мы опять же отправляем сюда. Что нового, сэр? Нужно проверить хвостовой вид. Так, еще у нас здесь есть соединение, только у него тоже опять кончились ракеты. Да блин. Чиптурс у нас косоватые, откровенно говоря. Так, всех высаживаем. Этих ребят мы отводим. Вас понял. Конец связи. Так, а тут у нас уже все кончилось, да? Все снабжение даже уже кончилось. Не, все равно ураганы, конечно, идет много-много боеприпасов. Эх. Подходят они уже на расстояние прямого выстрела своих дерьмовых пушечек. Это наше небо. Так, но у нас уже даже у танков кончились боеприпасы. Не знаю, куда их отводить. Давайте мы их сюда, что ли, отведем. Так, куда они тут? Ага. Ну ладно, пусть они захватывают, что хотят. Нам, в общем-то, пофигу. Я думаю, что в любом случае мы сейчас просто выбьем по числу. Готов взрывать танки, сэр. Так, что у нас тут с ураганами-то? Вам нравится? Полезно. Ой, пока не сообразят, я думаю, что противник уже уйдет от зоны обстрела. Этот концерт они навсегда запомнят. Давайте лучше сюда постреляем, а вертолет отведем. А вот этот вот вертолет вполне может. Противотанковый взвод готов, сэр. Вполне может, собственно говоря, тут навести шороху. Не прикрыл я второе направление, к сожалению. До свидания. Давайте сюда лучше шмальнем. А, у них еще их сейчас кулдаун опять. Так, точка Дмитрия захвачена противником. А откуда у них столько войск? В смысле, командных юнитов. Так, атака сюда. Танки заправились, поэтому мы тоже их высылаем сюда.
Придется их теперь отлавливать полтора года. Нужно проверить хвостовой вид. Ну, у нас просто банально не хватает сил перекрывать такое количество танков. На самом деле, просто реально дофигища. Ну вот вы сами можете посчитать. Вы посмотрите, сколько сожженных японских танков. А, нет. Стоп. Блин. Переходим на новую позицию. Так, фактория. У нас еще есть тут ресурсы? Ай, блин. Опять ресурсы кончились? Да что ж такое? Ребят, это даже не смешно. Атакуем. Так, это атака отбита. Так, надо помочь нашим морпехам. Я, правда, даже, честно говоря, уже не знаю, как им помочь. Потому что у нас тут вообще нету ничего. От слова совсем. У нас все закончилось. У нас кончился склад. Блин. Да ё-моё, да сколько ж вас! Слушайте, ну это даже не смешно. Серьезно. Вам взорвать танк, сэр. Да. 10 очков. Блин, танковая промышленность Японии — это что-то страшное просто. Так, у нас есть еще большое количество. Давайте ураганы. У нас сейчас подъедут и дадут кому-то по мозгам. Если они стоят в городе, нормально. Чё, нормально. Пусть стоят, пусть делают, что хотят. Стоп. Огонь. Нормально. Огонь по готовности. Так. О, пошли набивать очки. Ха-ха. Как вам это понравится, ребята? Думаю, там особо никто не выжил. Ну что, продолжаем нашу атаку. Вообще, сражение, конечно, на редкость дурацкое. Потому что такое количество танков японских — это просто... просто жесть. Так, чего, боеприпасов нету, что ли? Да, боеприпасов нет. Ну чё, давайте снабжение сюда призовем, чё. И устроим им прощальный концерт. Так, здесь мы особенно наступать нам нечем. Это делать нам нечего. Давайте мы, раз у нас снабжение появилось, отведем сюда наши вертолеты. Блин, мне в этом сражении жалко две вещи. Командный БТР и загубленных мотострелков. Я, честно говоря, думал, что тут все-таки поменьше вражеских войск находится. Но, как оказалось, их очень дофига. Их просто очень дофига. Ха-ха-ха! Вы посмотрите, как они ресурсы сжирают, ураганы. Просто жесть.
Так. Готовимся к стрельбе. Ну что, посмотрим. Еще снабжение нужно. Куда он завис? Почему он завис-то? Ребят, вы стрелять будете? Не, я как-то вообще нифига не понял. Нифига не понял. Ничего, что здесь связано с... Топливо, запчасти, все, что вам угодно. С перезарядкой, вот честно вам скажу. Подождите, может они вообще отдельно... По отдельности стреляют? Ну-ка. Нас называют Нет. Сразу выделяют всех. По душе, так. Они попляшут под нашу дудку. Просто может быть залп обязательно должен быть синхронным. Поэтому я остановился счетчик. Так. Так, ну у нас все, у нас кончились боеприпасы, у нас закончилось все. Переходим на новую позицию. Вот еще у этих есть что-то. Эти тоже отходят. Снабжение вызываем куда-то сюда. Блин, вот авиаудара мне сейчас не хватает. Вы не представляете, как мне не хватает авиаудара. Нет, командный БТР мне сейчас не нужен. Так, а что у нас уже грузовички закончились даже? Какая жесть. Ну стрелять-то хоть кто-нибудь будет, а? У них стрельба взяла и зависла. Великолепно! Я не понимаю, честно говоря, что это такое и почему. Может, она просто так долго идет? Именно кулдаун? Не, я понимаю, что... О! Во, сейчас сюда пролетит. Фу. Полная победа. Ну, вы знаете, это, конечно, был совершенно безумный бой. Потому что такого количества танков в Японии, это просто... Ну, ребят, меру надо знать, нельзя... То есть, я считаю, что лучше бы статы повысить этим танкам, но сделать их чуть поменьше, потому что выглядит это немножко нереалистично, как по мне. Такое впечатление, что у них просто, я не знаю... Ну, танки, я не знаю, живые размножаются сами, тараканы. Просто реально бред. Ну что ж... Сражение за Ямагути будет уже в следующей серии. А на следующем ходу, если... Ну, во-первых, американцы наверняка попытаются контратаковать какой-то из наших секторов. Это совершенно точно. Пока же мы переведем в Обаму поближе к нашим войскам вот эти вот части. Так, у нас, кстати, знаете что? 25 очков. Так, то есть корабли мы новые вызывать не можем вообще. На сегодняшний день, да? Мы можем вызывать либо ВВС, мы можем вызывать силы флота. Но это, то есть, силы военно-морской авиации. Я прошу прощения, сегодня немножко туплю, крайне говоря. Так, через военно-мобильный, нет, это разведрота. Понятно. Нет, это все нас не так сильно интересует.
Так, а есть ли тут вертолетная бригада какая-нибудь? Нет, к сожалению, нету никаких вертолетных бригад. Это меня очень расстраивает. Так. Пилотанковый батальон. Ладно, будем думать уже в следующей серии, что нам делать. На самом деле, положение мне совершенно не нравится. Поскольку мы до сих пор не захватили даже третий аэродром. Ну, и мне особенно не нравится, что если будет совсем печаль, если, например, с Хиросимы пойдет массированная атака на нас. У нас тут, кстати, по-моему, есть серьезные проблемы с ПВО. Но, с другой стороны, ПВО это дело такое, мы можем использовать самолеты для ПВО. Вот, ладно. Будем все эти проблемы решать в следующих сериях. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч, с вами был Андрей, всем пока.